Насколько вырастут пенсии, какие недовольства появились после изменения маршрутов и сколько заявок подано на участие в третьем сезоне «Звезды караоке»? Об этом и только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР в студии Александр Комаров. Здравствуйте. По-прежнему создают неудобства. Речь идет о городских маршрутных автобусах. По словам нижнекамцев, ждать некоторые рейсы приходится порой по 40 минут. Помимо этого, горожане с трудом привыкают к измененной схеме движения, а на остановках по-прежнему нет нового расписания. Поэтому во сколько придет автобус, непонятно. Жалобы поступают на портал госуслуг, да и сами люди откровенно признаются, что передвигаться на автобусах неудобно. Подробности мы расскажем в вечернем выпуске новостей. В городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении Евгения Орлянского. Обвиняемый ранее работал в психоневрологическом диспансере на Камских Полян заместителем директора по общим вопросам. В 2012 году диспансер перечислил деньги в Чунминскую организацию на покупку водонагревательных приборов почти на 100 тысяч рублей. Орлянский лично поехал забирать приборы, но в диспансер их так и не привез. Суд признал его виновным по статье «Присвоение и хищение чужого имущества» и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, и также ему нужно будет выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Размер социальных пенсий в России повышается традиционно с 1 апреля. 2015 год не стал исключением. Социальные пенсии будут проиндексированы на 10,3% и увеличатся с 7,5 тысяч рублей почти до 8,5. А в Нижнекамске пенсии вырастут у 4800 пенсионеров, а при этом повысятся пенсии для инвалидов и участников войны. Также реализуется целый комплекс мер в отношении женщин, которые находятся в декрете по уходу за ребенком. Так, единовременное пособие при рождении ребенка составит почти 14,5 тысяч рублей, и ежемесячное пособие тоже увеличивается. Поймать свою звезду на НТР теперь может каждый. На канале стартовал долгожданный 3-й сезон телеконкурса «Звезда караоке». Первый отборочный тур уже состоялся, в нем приняло участие 8 любительниц попеть. 3-й сезон «Звезды караоке» обещает быть ярким и запоминающимся. Цифры говорят сами за себя. На участие в программе уже подано более 100 заявок. Какие сюрпризы ожидают участников в новом сезоне, узнаете в вечернем выпуске новостей в 18 часов 30 минут. Ясную погоду обещают сегодня синоптики. Температура воздуха может остыть до минуса 7 градусов. А ветер северный 3 метра в секунду. Ну а из Камполян отправляется гуманитарный груз. И какие работы были показаны на фотовыставке. Это и многое другое узнаете в следующем выпуске новостей. Оставайтесь с нами, вы будете в курсе всего, что происходит в городе. Ну и напоминаем, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 077. Также сообщение можно прислать через наш сайт ntrtv.ru. До встречи!